Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен по заказу интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно полезной вещи, такой как контейнер для насадок. Данный контейнер у нас идет объемом 0,7 литра. И изготовитель в данном случае компания Fish Profi. Контейнер выглядит таким вот образом. Он квадратный у нас. В нижней части имеются довольно коротенькие ножки, а также усиление по днищу данного контейнера. Крышка выполнена из очень качественного материала, как и основная, скажем так, часть данного контейнера. Крышка у нас довольно-таки эластична. На крышке предусмотрены пазы для надежной фиксации крышки на контейнере непосредственно. Также крышка у нас идет перфорированная, чтобы насадка у нас, скажем так, не затухла, не задохнулась, ну и так далее. Довольно широкая отбортовка у контейнера для надежной фиксации крышки. Данный бортик он у нас не сгибается, не прогибается, то есть крышка сидит плотно и не соскакивает. Сам контейнер выполнен из довольно упругого, но в то же время податливого материала пластика. То есть контейнер, даже если мы уроним на жесткую поверхность, он у нас не разобьется, то есть он не хрупкий. Внутри контейнера у нас идет, скажем так, мерная шкала, которая нам также позволяет, в данном контейнере можно замешать определенное количество, например, даже прикормочной смеси, ну и так далее, соответственно. Шкала у нас идет 1/4 литра, 1/2 и 3/4 литра. Левая, к сожалению, маркировка 1 ПТ, я честно не скажу, что он означает. Я привык мерить в литрах, скажем так. Данная коробочка, данный контейнер у нас имеет размеры 15,5 сантиметров. Сам контейнер он у нас квадратный, поэтому другая сторона тоже 15,5. И глубина его составляет порядка 4,3 сантиметра. То есть контейнер у нас, опять же, довольно-таки вместительный. Что как раз-таки указывает нам и характеристика данного контейнера, такая как объем его в литрах. В данном контейнере можно хранить не только насадки живые, соответственно, можно также использовать для искусственных всевозможных насадок, а также для хранения прикормочной смеси на рыбалке. То есть мы замешали небольшую, скажем так, прикормочную смесь и используем прямо из этого контейнера. Также можно в разных контейнерах замешать разные, соответственно, прикормочные смеси и, допустим, прикармливать рыбу на разных, скажем так, точках закормки. То есть можно использовать 2 или 3 фидера. Ну, это опять же в зависимости от ситуации. В линейке также данных контейнеров от этого производителя есть и более мелкие, скажем так, размеры. Есть контейнера, которые делятся на 4 секции. То есть, в принципе, каждый рыболов, я думаю, может выбрать подходящий для себя контейнер. Очень качественные контейнера, однозначно могу рекомендовать всем рыболовам к приобретению. Я раньше пользовался всевозможными стеклянными банками, но понял, что это, ну, условно говоря, банки, пластмассовые всякие контейнера. Понял, что это все как бы не совсем удобно и решил приобрести такие вот специализированные контейнера. Стоят они довольно-таки недорого, качество выше всяких похвал. Данные контейнера можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Всем спасибо за просмотр. До свидания.